отдельно от очереди особнячком всегда стоят 5-6 человек. Да, это люди, которые существуют отдельно от очереди, но находятся в постоянном контакте с ней. Их так человек 15, даже больше в целом. Кстати говоря, многие из них по несколько лет уже так существуют тут около очереди за счет этой очереди. Вот рабочий день, а они тут стоят с утра. Да, с утра до вечера простаивают. У них очень такие, видимо, очень большие интересы. Но что их заставляет тут стоять целыми днями? Ну, естественно, что-то с выгодой купить. Люди стоят, сдают лом, то есть получают цену за вес, а они, видимо, учитывают какие-то художественные... То есть коллекционеры? Да, среди них есть, видимо, коллекционеры, но в основном это дельцы, которые приобретают металл, чтобы потом его с выгодой продать. Каждому подходит к очереди и спрашивает, а что у вас? Да, это их первый вопрос. Особенно чаще всего они с женщинами общаются, они более разговорчивые. Женщины более общительны. Да, от мужчины можно все, что хочешь ожидать, но такой вопрос. Но это не просто, конечно, простоять целый день и зимой, и летом. Что-то он там достал в машине. Да, он взял весы. Так они обычно вес определяют. Буквально просто подбрасыванием изделия на руке и говорят вес и цену называют. Ну, а здесь, видимо, спор зашел. Ну, а деньги вот, как фактор убеждения, можно показать, что деньги есть, то есть платежеспособность свою продемонстрировать. Окончательный расчет за углом осуществляется. Да, все проблемы решаются за углом, по расчету. Собственная машина этой компании. Один вышел, другой сел. Да, у многих из них есть машина. Приезжают на них, отдыхают там, когда холодно, греются, в карты играют. То есть живут своей жизнью рядом с этой очередью. Вот эта группа, 6 человек, и только один из них продает, а все остальные интересуются, что за изделие. Но друг другу не мешают. А это новое действующее лицо в их компании? Женщина? Да, это уникальное явление среди их братьев. Среди мужской братья это единственная женщина. Ее даже можно назвать золотой дамой. Она, конечно, обладает всеми теми же профессиональными навыками и жестами. Она даже похожа вот на него чем-то. Да, есть что-то общее. И действует очень успешно.